Сейчас я вам покажу очень интересный опыт. Ну, это уже тянется лет так 6, сам процесс. Суть его очень простая. Суть такая, что правительство США, конкретно после изучения технологий, информацию и мою фирму всячески блокируют. Вот, сегодня, кстати, 1 ноября. Запретили у нас аномайзер, но как бы не отметить, не посмеяться над дебилами, вот запуская аномайзер. И набираю, пожалуйста, то есть даже не в гугле, да, а вот рак Наширского. Набираю я. Якобы, ой, извиняюсь, так, якобы он аномайзер. Никакой не аномазин, он работает на НБ прямиком, собирает информацию, тот же ТОР. И он такой же зависимый. И рак. Рак Наширского. Искать. Нате. Получите. Вот вам и аномазин. То есть, ну, можно набирать, поэкспериментируйте, если у вас аномазеры есть. То есть, вот таким образом проверяется элементарно, стучит ли ваш аномазер. Да, собирать ли он о вас информацию. Ну, поэтому всем любителям наивно думают, что аномазия это что-то такое панацея. Все это дикая херота. И ровно так же гугли, то есть это я набираю в гугле, да, ровно так же гугли при, если достаточно долго пытаться пробивать с одного айпишника информацию по моим технологиям, по моим форумам. Вот сейчас покажу. Он точно так же начинает блокировать и отрубать просто. Просто нагло отрубать. Ну это ж не говноклоуновый форум, да? Скачивает. Достаточно много материала 2009 года вложено было до 2015 2014. Сейчас так практически там не пишет никто. Сейчас мы откатим его. А ну вот на новой вкладке пытаемся его открыть. Что он нам выдаст? То есть удивительно рядом, но оно запрещено. А вот он пробивается. Газпромом тоже странные вещи происходят. Ровно так же, как и выкидывает. Он откидывает просто в наглую. Просмотры, врубает часы и прочее, прочее, прочее. Так что имейте в виду, как.